Всем привет, с вами Доскос, и мы копим деньги. Мы копим деньги, и они постоянно вываливаются из нас при смерти. Окей. Что ж поделаешь. Надо бы еще вот эту фигню сделать. Так. Хорошо, деньги мы выложили. Нам нужно еще... Не знаю, что нам нужно. Нам нужно идти сражаться и искать какие-нибудь ценные виды чего-либо. Не знаю, стоит мне, наверное, попытаться вернуться на то место, куда я, блин, где я сдох. Хотя нет, это не лучшая идея. Надо пытаться пройти место это злосчастное. Ну, рубись. Надо попытаться пройти искажение. Вот к чему я клоню. У меня нет динамита, по-моему. Да, ну, конечно, у меня еще и денег на динамит нет. О чем я вообще думаю? Чего? Да ладно. Скоты, не может быть такого. Неужто... Иди сюда, скотина. Твою налево. Я что, потерял его, что ли? Я потерял свою грёбаную... кошку. Или продал случайно этому козлу. Твою мать, я когда-нибудь убью кого-нибудь. А, дайте я продал козлу этому. Не знаю. Случайно. А может, вывалилось при смерти? Ну, блин, неужто здесь вываливаются при смерти вещи? Я же не переживу этого. Тогда нужно срочно все тут ценное... Все ценное нужно выложить и идти дальше налегке. Хорошо, что у меня было два крюка. Иначе бы я не простил этого себе. Так. Солнечный денек. Полдень. Кролик. А вот теперь не солнечный денек. И опять подлая музычка. Ну что ж, мы идем вперед. Первая попытка исследовать новый мир. Надо было себе меч получше сделать. А то я что-то зажидил. Золото немножко. Ну давай. Подыхай, скотина. Черт, опять я не туда. О, червячок, отлично. Сейчас я тебя... Или ты меня. В общем, сейчас кто-то сдохнет. А еще? Ну давай. Отлично. Идем вперед.
Это было рискованно. Нам нужно во что бы то ни стало пройти эту долбную зону. Так. Грибочки синие, отравленные, вызывающие глюки, приступы эпилепсии, мучительную смерть, но я их соберу, конечно же, голыми руками. Черт, выбирайся. Что-то как будто жиробаст какой-то висит на этой кошке и не может прыгать нормально. Дайте мне нормальные уже серебряные монеты. Столько бы упадало, как с этих медных. Было бы вообще халява. О, там сундучок. Может быть, там что-то ценное? У меня есть право это предполагать. Ой, зря. Очень зря. Тут у нас червяк. Да уберись ты! Я сейчас чуть задохнусь, да? Нет! Сволочь! Константин, ну ты слабак. Опять всех денег лишили, а? Я так этого старика вообще никогда не смогу удовлетворить. Ох, Константинов. Сорок ножей тебе врыло, отравленных. Может быть, что-то еще я могу отравить? Нет, ничего. Отстой какой. Ладно. Что ж сделать-то, а? Что я хотел только что сделать? Кто помнит? Наверняка никто не помнит, как всегда. А, сделать еще одну комнату. Как всегда, он предлагает бомжовские цены. Я лучше пойду бутылок соберу. Дверь тебе запилю, ты же не откроешь, скотина старая. До тебя же не дойдет механизм двери, как используется. Пэк-пэк. Еще одна комната почти готова. Кто придет на этот раз? Вот прямо на какой-то жердочке поставил, которая может провалиться в любой момент вниз. Забавно. Сейчас попробуем, кстати, ловушку сделать. Пу-пу-пу-пу, разгоняемся. Так. Зомби обычно любят оттуда переться. Оп. Так. Медсестра пришла. Молочка принесла. Ну что ж, пока нормально все.
Чё ты там водишь? Сиди сюда. Может, у тебя какие-нибудь новые вещи есть. Нет у нее ничего. Никчемная, как всегда. Ну-ка, поиграю-ка со своей ловушкой. Чего? Не работает. Не работает, не работает. Давай еще прикалываться, как она действует. Ты как действуешь, скотина? Может быть, сначала... Сначала, может, установить череп надо этот. Так. Так. Да не туда смотришь. Смотри сюда. Так. 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 Хм. Может, она на меня не действует. Ладно. Так или иначе, я думаю, мы узнаем это в следующей серии. По-моему, достаточно это уже длится. Я, правда, не заметил сколько, но да ладно. Пока что мне остается лишь с вами попрощаться. И в следующей серии будет ночь, это значит, мы узнаем, как же действует ловушка, действует ли она вообще. А если не действует, то придется залезать опять в какую-нибудь Википедию. Ненавижу это. Можете не скидывать мне ссылки, я так прекрасно знаю все Википедии, могу найти от любой игры, если такая существует. Гуглом, слава богу, научен пользоваться. Так что все нормально, можете не кидать. Другое дело, что я ненавижу это делать, так что... Все мои проблемы от этого. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось пока что. С вами был Доскос. Ждите следующих серий. И всем спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока.